Хайр менгэ харин хайр анхаа бүхий арсэ хорволнотта долон ханак шохол хорлдон гэн хэшэлхэ эхэлдэг. Энэ хэшэл хэрэгтэйгү югэрэ тотэб гэжэ хатингу ажогшта асуя. Нэг асуудал хож болно. Асуухта. Мно хорволнотмне шохол хорлдон гэн хэшэл бибун хадулангут. Разговоры о важном. А, да, у моих детей, да, где-то такой урок. Им очень нравится. Биду лагут. Лагут? Нет. Слышали? Школьников нет, знакомых. Ну да. На, конечно. Очень мало уделялось раньше времени этому патриотическому воспитанию. Сейчас поздно спохватились, конечно. Вы думали? Вы. Это иногда у Хибудые, если Орндо Дорлл, то руха тим вот хтай. Юнгы шаннаптанай? Зубы шаннам. Хрктегу? Обязательно хрктегу. Тару гурун тухайга, их турун ноток тухайга. Зубор хайлга же зубор ханжи я хвалим. Хректе, конечно. Зубор хректе. Тиед за багань те ухуд. Юмор юмун синте бию ханишини не илде бунгун юма хумут ятел да сахана хорахна да. Я рада, что есть такой урок, что мой старший сын и что моя младшая дочь информированные о долге, о родине, об отчизне и какие-то финансовые грамотности начинаются, у них эти вопросы, там, супружеские какие-то отношения. Вот. Это, да, надо. Так-то они бурят от хубурной тренинг Меднил, да, самая хана, как родились, все знают об этом, да. Они очень у нас уважительные же, все дети наши растут. Тренинг еще сейчас мы дед, хехнар, хлыд, тети, дэнды. Тихем бы я хотел дабди, хубурн, да. Любовь к родному краю, к малой родине, как без патриотизма-то. Вот чувство патриотизма и своей гордости за свою республику, за свою родину, они должны воспитываться во всех учебных заведениях. Мы должны любить родину, любить природу, чтобы, ну, как бы и нас уважать будут тогда в мире, если мы будем уважать свою родину. Горжгаран сиут юр хамалт хабш. Наурдутлан антан хамалт хиоти. Корондо дурте ахазаха тебе тавега. Яха, он уважал Хакихимбу. А султин Дунгор, шохола хорлдон гэнхэшэл, иха хэрэгтэг жэ мэдвэбдзе. Юндэб гэхэдэ энэхэшэл, ухивуттэмнэ, иха рэндо дорлол тэрулнэ, иха арэншэ болгна.